вами знаем, у нас в церкви есть 7 икон таинств, и одно из таинств – это таинство покаяния. Церковь нас учит, что кто скрывает свои грехи на исповеди, тот не только не получает прощения, но и убаивает их. Каждый из нас с вами, может, замечал по себе, что по какой-то гордости или по боязни сказать священнику, раскрыть какие-то свои грехи, мы так делаем, нарушаем. И как же нам с вами облагоразумиться от этого? Святитель Иоанн Златоуст, он сравнивает душу человека с телом человека. Он говорит, что если врачу вовремя не показать кровоточащую рану, она начинает загниваться, болеть очень сильно. И если ее вовремя не показать, то все это в конечном итоге приводит к смерти. Также и нераскаянные грехи, которые мы скрываем от священника, рано или поздно приведут к гибели души, что будет только на руку дьяволу, он будет радоваться. Давайте же, братья и сестры, мы с вами будем честны перед священником, потому что, как мы с вами знаем, сам Господь принимает у нас исповедь через священнослужителя, через иерея. Давайте же будем честны на исповеди, раскаяться в свои нераскаянные грехи, каяться, плакать о своих грехах, и да поможет нам в этом Господь Бог. Всегда нам не